Поросёночек! Где мой поросёночек? Знаешь, Бамбино, я даже рад, что мы здесь застряли. Мы ведь так редко бываем в лесу. Столько воздуха кругом, голова пошла бегом. Нравится? Записать? Слышишь, это поет соловей. Какое счастье слушать, как он поет. Прекрасно! Запишу мою книжечку. Песенка соловья. Хрю-хрю, хрю-хрю-хрю. Позволь, позволь, но это же не песенка соловья. Так плачет поросенок. Не хочу, не буду обманывать ребятишек. Делайте со мной что хотите, я не буду. Как твое имя, малыш? Фунтик. Успокойся, Фунтик. Никто тебя не заставляет обманывать. Я хоть и фокусник, но обманщиков не терплю. Да, не терпит. Фокусы – это ловкость рук и никакого мошенства. Смотри. Раз, два, алибоп. Ал, держи. Артист – это звучит гордо. 40 лет я показываю свои фокусы и не стыжусь смотреть людям в глаза. А я стыжусь. Перед вами маленький поросенок, но очень большой обманщик. Нет, нет, не говори так. Ты не мог стать обманщиком. Но я им стал! Вы, конечно, слыхали о госпоже Беладонне. Я у нее служила. Оказалось, что у меня есть талант. Я рассказывал сказку про 3 поросят, потом снимал панамку и говорил: дети, подайте на домики для бездомных поросят. Конечно, конечно. Пожалуйста. Вот так я обманул 11 мальчиков, 15 девочек и одного очень доброго старичка. Дети ведь не знали, что все деньги госпожа Беладонна забирает себе. Я не мог их больше обманывать. И убежал. Люблю детишек, которые вопят. Хочу то, хочу это. Дети плачут, а родители платят. Каждая детская слезинка – это монета. Ах, мне было бы так одиноко без моего миллиона. Главное своего не терять. Алло? Начальник полиции Фокстрот слушает. Где Фунтик? Где мой поросеночек? Где моя сказочка? Делаем все возможное и невозможное. Лучшие сыщики, отъявленные ребята Добер и Пинчер идут по следу. Вот что, Фунтик, мы едем в соседний город, нас там давно ждут дети. Поехали с нами. Да, честно, честно. Честно, честно. Это за мной. Все, я погиб. Не бойся, малыш, артисты мы или не артисты, Бамбино, принеси ящик. Прячься сюда. Пинчер старший, лучший сыщик с дипломом. Добер младший, лучший сыщик без диплома. А вы кто? Ну, кто есть кто? Здесь все. Фокус, мокус.
Артист. Любимец детей. Скажите, вы здесь не видали поросенка с бантом? Маленький такой, но довольно опасный преступник. Преступника не видели. А вы? С преступником Фунтиком я не знаком. А почему вы сказали фунтик? Не килограмм, не тонна, а именно фунт. Обыск! Не нужно обыска. Поросенок здесь, в этом ящике. Олегоп! Ап! Вуаля! Попался! Маленький-маленький, а награда-то за него. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Поросенок арестован, ящик конфискован. Хрюкай, хрюкай, да хрюкался. Фунтик, пиши нам. Пиши по адресу автомобильчик дядюшки Могуса. Фобусу-мокусу личного. Уехали. Итак, фокус-мокус. Тра-ля-ля. 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 Али-хоп. Вуаля. Дядюшка Мокус, я никогда не думал, что вы такой. Алло, госпожа Беладонна. Поросенок Фунтик пойман и через 5 минут будет у вас. Кто отличился при проведении операции? Странный вопрос. Я отличился, кто же еще? Где поросенок? Он здесь. Фунтик. Хозяйка, опасности подстерегали нас на каждом шагу. Пули свистели над головой. Просим увеличить награду. Меньше можно, больше ни-ни. Открывайте ящик. Алле, оп. Вуаля! Где? Где он? Где Фунтик? Да, это не он. Радуйтесь, я разорена. Хозяйка, хозяйка, пули свистели над головой. А сапоги над головой не свистели? Эх! Ой! Растопили! Олухи, циркачи! Ты стихи случайно не пишешь? Хм, у меня много разных талантов. Может быть, стихотворные есть. Ну вот, например... Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою, а еще одну для друга взять в кармашек про запас. Потому что всем нужнее и дороже, всем доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта. Хорошо бродить по улице с теплым кроликом за пазухой, принимая как награду в сердце маленького стук. Потому что всех нужнее и дороже, всех доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.